Начиная с 2023 года спортивные центры и школы смогут получить и лицензии на образовательную деятельность, а тренеры, работающие в этих учреждениях, статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Об этом сообщает телеканал «Панорама ТВ», входящий в медиахолдинг «Тверской проспект». Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены правила выдачи таких лицензий в упрощенном порядке. Организациям, работающим по программам спортивной подготовки, будет достаточно подать соответствующее заявление в Рособорнадзор. Сделать это нужно до 1 сентября 2023 года. Полученные таким образом документы будут действовать полгода. Затем спортивные центры и школы смогут получить бессрочные лицензии.